Как вам девушка в шляпе? Короче, девчонки, я же сказала в прошлый раз. Вот пришла я опять мороженое купить по дороге. Украинский флаг. Просто не хочу сейчас таскаться с этими колбасками, сосисками. Куплю только мороженое. Куплю мороженое, можно было бы купить как хочется таких огурчиков, но их надо таскать с собою. Казачок. Моя семья. Смотрите, какие цены. Еще есть пельмени тут всякие, семечки. Я обожаю семечки. Вот такие вот пельмешки всякие. Смотрите, какие цены на пельмени. 7,70. Нифига себе. Торты наши, бренды. Так, еще здесь есть вот такие вот всякие шоколадки. Вот видите, 16 евро стоит килограмм шоколадов. 13 евро. Так, вот это что у нас? Зефир в шоколаде, что ли? Я люблю зефир в шоколаде. Смотрите, сколько стоит зефир в шоколаде. Еще у нас есть тут вафли. Помните вафли? И еще у нас здесь есть всякие там пряники были. Не вижу пряников. Вот это что такое? Возьму, наверное, какую-нибудь такую Аленку-маленку какую-нибудь. Где же были такие, как красная шапочка, нету, что ли? Девчонки, по дороге купила ванильное мороженое. Русский называется, такая вкуснятина. А Мелисса вовсю наяривает вот эту вот. Да, Мелисса? Вкусно руссо? Желато руссо? А? Русский желато, русское мороженое, вкуснятина. Хотя делают в Литве, оказывается, или в Латвии, потом посмотрю. В садике приготовила для феста ди папа. Написано «Папа сей иль мио соле». Это значит «Папа, ты мое солнце». И внизу написано здесь «Мелисса». Ти, Лёсточка, солнышко. А видишь, тут у меня бачетты. Кон папа. Лёстюлечка. Лясточка, сёльнышко. Лясточка, сёльнышко. Лясточка. Ла-ла. Си-си. Девчонки, девушка одна попросила у меня, по-моему, где работает моя маникюрщица. Вот знаете,
Раньше, когда не было никакой травли, я всем спокойно рассказывала, где работает, где не работает, где можно красивые ногти, где красивые волосы сделать. Ну, в общем, я всегда всем рассказывала, мне не жалко. Но когда начали меня травить, я даже боюсь говорить, где я работаю, где, кому я хожу, не показываю больше. Ну, так и так про моего друга Стефана, так и так тут были среди них эти, которые все там находили, и про хирурга и все такое. Уже то, что уже знают, я уже и не прячу. Уже бесполезно прятать, поздно пить боржоми. Но то, что мое теперь, я не показываю больше, нигде друзья, подруги живут, вообще не хочу ничего показывать, потому что это такие люди какие-то, которые просто вот будут преследовать в реальной жизни. Поэтому они преследовали и моих подписчиков, и в Фейсбуке, и везде. Даже написали моей подруге-итальянке, Джованке, что-то там написали. Она мне рассказывала потом. Поэтому это очень и очень нехорошо. Поэтому, извините, не буду я рассказывать, где что. Буду молчать, как говорится, молчание золота. Все, что нужно, я так и так показываю реальную жизнь Италии. Вот пасмурный денечек, но очень жарко, очень-очень жарко, душно, какая-то духота стоит. Небо такое, знаете, прямо какое-то тяжелое, серое. И там одна девушка, тоже моя подписчица, написала, Вера Верина, что... услышала звон, не знаю, где звон, и все такое. Я просто стояла рядом, один метр от них услышала так. Они, наверное, думали, что никто по-русски не понимает, разговаривали. Я просто даю совет всем беженцам, украинкам, совет даю. Не останавливайтесь у незнакомых людей, во-первых. Во-вторых, если вы официально не зарегистрируете свое место жительства, что вы там сняли аренду, не пойдете, не зарегистрируетесь в квестура. Квестура – это вот как полиция, которая выдает документы на проживание в Италии. Ну, как это в Москве регистрация, помните, раньше была? И сейчас, наверное, есть регистрация приезжим. Даже если ты на 3 дня приехал, ты обязан регистрироваться. Даже в отелях, квартирах, у родственников. Это в Италии обязательно, потому что если с вами что-то случится, хотя бы будут знать, где ты была регистрирована или что, где концы искать. И если вы хотите легализоваться, получить какие-то виды на жительство в Италии, и даже как в статусе беженка, то надо обязательно лучше ходить или в квестуру, или пункты помощи украинцам, сбежавшим с войны. Там вам подскажут правильно все. Я понимаю, что можно вот так нелегально тоже жить, но вы тогда никаких документов не получите. Просто потратите деньги, и еще не значит, что у вас все хорошо пойдет в съемной комнате, в съемной квартире с чужими абсолютно людьми. Вот это я просто советую, потому что мы сами были эмигранты. Я 22 года назад приехала по любви. Я никуда не сбежала, я никакая не диссидентка. Я до сих пор гражданка Казахстана. Поэтому я ходила 10 лет в квестуру. Сперва каждый год ходили. Я даже когда на 3 месяца приезжала к своему мужчине, я делала... Вот все-таки как хорошо светлое пальто. Оно даже простое, но рядом с темным пальто как красиво смотрится.